Winter Sunny Day. В Корольковом саду прошел чемпионат по катанию на самодельных санях. Главное условие участия – средство передвижения должно быть сделано своими руками. И чем оригинальнее, тем лучше. Креативность саратовцев вместе с судьями оценила и наш позитивный корреспондент Надежда Моско. Мы находимся в Корольковом саду, и сегодня нас ждет настоящее веселье. Сегодня вроде какой-то чемпионат по санкам, и мы должны найти самые прикольные санки. Сейчас мы это сделаем. А как она у вас едет? Она у вас на дровах, что ли? Нет, по щучьему велению. А можно мне примерить вашу рыбку? Осторожнее. Мне кажется, я проломила сани. Это, собственно говоря, ваши сани, да? Да. Катер ваш. Я извиняюсь, но мне кажется, он немножко похож на гроб. А мы и есть из загробного мира. Труп невесты? Да. А как вы здесь будете располагаться? Лежа. Лежа, ну это логично, в гробу лежат. Судя по горке, с которой будут скатываться эти сани, это будет больше похоже на боулинг. У тебя юбочка, ты балерина? Да. А сани это что? Это рояль. Мне кажется, эти сани похожи на какое-то здание. Это консерватория или сани? Наши сани представляют Саратов, то есть мы из Саратова, и это ярчайший символ Саратова – консерватория. Аплодисменты! Так хочется вот на санках покататься. А давайте мы вас возьмем. А вот умеете уговаривать. Мне страшно! Я уже аж прям вся взмокла, пока ехала на этих крутотушных санях. Ну что, поднимаемся вверх, может, еще на чем-нибудь успеем. Ну, у вас нигде блинчика не осталось? Какой-то скудненький стол. Я сейчас буду доедать последние оставшиеся два блина. Как говорится, самое последнее, самое вкусное. А с вами была Надежда Моско, специально для РЕН-ТВ Саратов.